Что мне расскажет спящий проводник? Пустые дребезжащие стаканы на столике купейном у окна несущегося мимо станции. Мента, курящего в кулак заснеженной пустыни, где, как нетрезвый глупый ученик, стыдливо вывернув карманы, мир наш пред Господом поник. Когда со мной встретится она, веселая, без грима, проявятся ли строчки на листе бумаги, что я комкал и таскал в башке своей, как в мусорной корзине, поверив благородной пантомиме ее неверной красоте. Когда минуты станут длинными руками неотвратимой смерти, чем время будем мерить мы, во что сыграем с ветром, облаками, одни среди зимы, среди зимы. Что мне расскажет родина моя с плывущими кусками на экране любви замерзшей вьюгой февраля, пустой и темной пропасти зрачка, расширяющейся звездной пилорами, с водой технической, прокисшей в кране, в разбитом шприце тощего торчка, что в туалете просыпается, зевая, и смотрит на поля, и смотрит на поля. Что мне расскажет нищая старуха на злом перроне с полным узелком картошки сваренной, назойливая муха под хамством мокнущая, как под кипятком, за поездом усалость семенит глазами полными разлуки и труда, руками верными прощению и ласки. «Сынки, еда!» — чуть слышно говорит. «Кому, сыночки, деточки, беда?» Что мне расскажет? Эти города, многоэтажки, склады, чьи-то норы, одушевленные граффити гаражи, разбитые кирпичные заборы. Унылая, неверная среда всех дней недели ловит поезда, что до смерти ей надоели. Окраин древних этого покоя никто не ценит. Верится с трудом, что столько поколений есть в крови всего надоя. Но там, где третий, рядом еще двое. И свечкой теплится церквушка и роддом. Куда, куда они все едут? Что спасет нас в панорамах дальних? Что в этих городах суицидальных, где каждый жест и чувство любит счет? Где все конечно, вечности особенно любимы, и хочется понять мне сопляков, в пространство бросивших. Нет, нет, не рабы мы, нет, не рабы мы. Хочу сказать, что русские не рабы. Мы просто в оккупации. У нас расстреливают градом и минами пропаганды. Жесточайшими режут законами. Убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. Я вот это очень хотел сказать. Мы не рабы.